Здесь Калнинч здорово закрывает ближний угол. Не позволяет он Каюмову и нанести бросок к воротам, не провести добивание. Ошибаются. Выход у торпедовцев 2 в 1. И Антон Шенфельд не забивает. Какой момент. Ай да Кальнинч. Появляется пятый полевой. Но момент какой у Хохлачева. И нет. Это шикарные действия Яниса Кальнинча.